Оптимальные условия для спорта больших достижений создали в Ивановском ДСАФ. К началу учебного года отремонтировали спортивный зал для занятий рукопашным боем. Мы планируем полную загрузку спортивного зала, около 600 человек в месяц, чтобы детишки занимались здесь в секциях рукопашного боя. Проведены ремонты современных спортивных раздевалок, спортивного зала. Вот. Спонсоры наши оказали нам содействие в приобретении снаряжения. Ремонта в этом помещении не было несколько десятков лет. Сейчас все соответствует стандартам столичных площадок. Есть два вида покрытия для тренировок и спаррингов. На средства спонсоров закупили инвентарь, в числе прочего боксерские груши. На реконструкцию потратили общей сложностью 3 миллиона рублей. Первый раз я помню, то здесь шел ремонт, то здесь был какой-то склад. Потом его привели более-менее в порядок. Сейчас то есть, сделали так, что уже можно тренироваться. Закрыли то есть, панелями то есть, все стены. Новый татами постелили. Внешний ремонт сделали прекрасный. То есть, раздевалки сейчас великолепные. То есть, очень понравилось. Маленькие чемпионы уже могут приступать к тренировкам. Теперь, когда условия на высшем уровне, тренеры будут спрашивать с воспитанников едва ли не олимпийские результаты. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.